Всем хаюшки, я Квас, и напоминаю вам о том, что у меня есть собственный канал, на котором вы сейчас находитесь. Кроме него, появилось два новых ресурса. Сайт и группа. Да. Вот, поэтому заходите на сайт обязательно, заходите в группу. Контент там, видите, разный, так что будет весело. Так, что нам нужно... У нас с вами на повестке дня Skybreak. Давайте, может, сделаем вот этого. Пуньк. Пуньк. Прекрасно, побежали. Нам нужно сегодня добраться до вот этого местечка. Ага. Ни хера тут не видно, конечно. Здесь прям вообще темень. Страх полный. Вот тут у нас лекарство. Так. Оу, братан, ты что такой дерзкий? Тихонечко так. Нормально все. Вот что значит мощные патроны. Так, а нужно нам... Вот это у нас нету, а вот это у нас есть. На всякий случай. Так, смотри, тут оленчик. Так. Вот, здесь есть энергетические. Ну, точно так же, как и... На других. А вот, кстати. Здоровый дядя. Да, тяжелые патроны тут получше будут. Это механическая деталька собрана. Так. Так, 68, смотри. Сыворотка выносливости, да ладно. Нам эта сыворотка нужна так же, как выносливость. Так. Вон еще один здоровяк. Немного слизи. Так. Давай, еще раз забацаем. Забираем. А, мы, кстати... Не помню, мы прокачивали нашего героя? Не помню. Ладно. Так. Вот тут 89 что-то у нас рядышком.
прохладненько тут у вас как-то, ребята. А, эти масла никому не нужны. Так, ну давай налево пойдем. Ага, понятно. Прям опасно. Все, это дело. Еще слизи. Мне кажется, тут не все так просто. Вроде эти по воде ходят. Я даже не знаю, пробовать, не пробовать. Нормально все. Так. О, какой он большой. И страшный. Здорово, ребята. В среднем по 3 раза на каждого. Нам все шикарно. Знаете, вот эти звуки метели, они прям напрягают, потому что на улице у меня точно такая же метель. Я надеюсь, что не серьезнее. Опа. Лекарство почти найдено. Вы представляете? Значит, вот где-то на этой территории должна быть запчасть, да? А мы как-то далековато пошли. Так, ну давай дальше пойдем. Может, на маяк наткнемся. Все, сырье забито. А вот и лекарсточка. Опа! Вы приколитесь? Квест закрыли. То есть теперь что нам нужно, так это просто собрать все запчасти корабля и улететь с этой чертовой планеты. Так. Чем, в общем-то, и надо заниматься. Значит, обратно ставим. Ведь. Сырье уже не берется. Ага, значит, здесь можно сдохнуть. Ребята, здесь можно сдохнуть. Видите, экранчик потемнел. Так что будьте осторожны, господа. Если вдруг упадете в воду. Замерзнете? Хренам. Так, здесь мы вроде бы были, да? Да.
Значит, бежим обратно. Есть, видимо, вот такие места, где... Видите? А, нет. Все-таки где глубоко, осторожнее быть все равно. Хорошо. Ну вот у нас птички тут есть. Я думаю, мы с вами этих птичек сейчас наберем. Так. О. Берда 2. Ёб твою мать. Не успел. Ладно. Еще как-нибудь соберем. Так, этот ветряк мы точно забирали. Карта. Ага, мы еще не дошли. Так. Да, но птички, конечно, взламываются. Жестенько. Жестенько. Но в последнее время вообще жесткие какие-то пошли птички. Да и, в принципе, все эти товарищи. Угу. Ну, кстати, нам то, что и надо было. Ох ты. Олень. Ты что, больше всех надо, что ли? На тебе. Вот он, наверное, этот запчасть, нет? Так, отлично. Интересно, какую способность мы разблокировали? Так, вот мы сейчас с вами один выбросим. Что, у нас нет экстрактора? Так, давай еще одного экстрактора. И один ионизатор. Тогда давайте, у нас, если есть время, давайте вернемся обратно на пустынную планету. Оп. Оп. Мы заодно все скинем. Все, что нам может мешать. Семена, чуть-чуть семян есть, мы, соответственно, их посадим. А, это не маяк? Нет, вряд ли. Было бы странно, что мы маяк уже вскрыли. Хотя, ничего странного здесь и нет.
Эй, кто уходит? Почему моя птица меня не защищает? Так. Здесь мы были, здесь мы были, здесь мы были, здесь мы не были. Так. Вот он. Вот она база, вот она. Так. Че, она уехала тут от меня? Сейчас мы еще эту фишку прокачаем. Да уж. Как-то все это быстро. И у нас... Нет, карта у нас в другом месте. Давай сюда. Значит... Крюк он. Вот он где. А летим мы вот сюда. Есть что? Ну, только два. Нет такого у нас, ничего. Здесь везде надо по четыре. Так, давай. Еще посадим. Пуньк. Пуньк. О, смотри как. Класс. Привет. Так, смотри-ка. В радиусе 30 метров. Броните побольше. Урона. Этого. Прекрасно. Две птички вкачаны. У меня, в принципе, еще есть место. И можно будет вкачать по максимуму. Так, что у нас с передвижением? Все нормально. Все нормально. Уже приехали куда надо. А, вот инвентарь у нас, да. Давай мы кристалл скинем. Все остальное нам. Давай травы скинем. Металлолома скинем. Ну что-что, а вот с металлолом проблем не должно быть. Тем более, что нам сейчас надо тупо добежать до места, забрать запчасть. Вернуться опять на эту. В зиму. Игрушка, как обычно, себя хорошо очень повела, просто взяла и вылетела. Вылетела. Сейчас мы с вами тогда сделаем так. Я заодно присмотрелся. Тут оказывается на карте пустыня целых две запчасти, которые нужно собрать. Мы пойдем к дальней. Чтобы не тратить время, наверное, беганием туда-сюда. Тем более, что вторая запчасть находится прям с нашей базой. Поэтому я думаю, что мы с вами именно с дальнего пойдем. Кордона. Вот. Там у нас здоровый робот стоял. Мы сейчас потихоньку, полегоньку
добежим. Вторую птичку, как видите, у меня нету. У меня ее, получается, и не было, потому что мне эта игрушка вылетела, зараза такая. Вот, поэтому придется как-то без нее пока обходиться. Отлично. Воу. Так. Rescue. Понял. Так. Где-то тут, по-моему, был обрыв такой большой, через который мы даже перебраться не сможем, да? Вроде бы. Если это так, это печально. Да, вот он. Придется обходить. Да, ребят, видите, я смотрю карту, я турист. Чего вы ко мне пристали? Непонятно. Я понимаю, если бы дорогу хотели подсказать, так нет же. Просто пиздят мои деньги и время. Прям цыгане. Так. Погнали. Ух ты. Держи, какая у меня птичка. Смотри. Че творит-то, че творит? За счет вот этих, конечно, обходов через всю карту времени на это тратится, мама не горю. Уровень бури снижен. Хорошо. О, здорово, чувак. Мне нужна твоя запчастька. Даже птичка не успела подлететь. Так. Переход какой-то, да? Честно говоря, я думал, как-то игра будет поинтереснее. Ну, вот, если вот тут совсем честно, потому что, ну, как-то... Что получается, надо собрать все запчасти и открыть всю карту и, в принципе, все, что ли? Как-то странно. Ну вот. Согласен, я играю с читами, то есть мне в разы легче, чем тем, кто будет играть не с читами. Туда-сюда, но... Как-то можно было джетпак, например, собрать, потому что без него здесь вообще делать нефиг. Например, на пустынной территории. Помощнее оружие, потому что вот эта вот шняга, которая у нас есть, это сложно сказать. Назвать оружием. Какой-то недопистолет. Вот. Так, где-то тут должен быть корабель. Насколько я понимаю, уже вот мы рядом. Не до тебя вообще.
подоконник. Вот, и поэтому еще меня раздражает, что при каждом запуске игры включается музыка, и ее надо в настройках вырубать, что, в общем-то, странно. Можно было бы как-то и это попроще сделать. Но, блин. То есть она не... Она по умолчанию включена. И ты отключить это по умолчанию, ну, никак не можешь. Вот он, по-моему, корабль. Нет, это камень. А, вон корабль. Надеюсь. Давай пришпорим сюда корабль, посмотрим, что вообще добавилось. Вот. Даже интересно просто. Что у него тут такого? Ну и плюс сохраниться надо. Ох, ты какой быстрый, чувак. Эй, я хочу приземлиться. Нафиг ты мне нужен такой, а? А, вот, смотри. Требует в некоторых опасных ситуациях. Корабль может подхватывать ящики в режиме автопилота. Это хорошо. Так, требуется для долгих полетов. То есть вот сейчас мы еще радар с вами здесь найдем, да? Вот он, радар. И получается, что нам нужно еще энергоячейка, как я понимаю, своеобразная. Это, видимо, на следующем... На следующей карте это будет у нас. Так. И все будет зашибись. Ах, кошмар какой. Что ты там делаешь? Так. Да, конечно, пустыня меня хоть, конечно, и в какой-то мере греет, потому что за окном черти что, как я говорил, но не нравится мне пустыня. Никогда не нравилась. Как-то я вот больше джунглей люблю, поэтому всякие типа игрушки Just Cause и Far Cry прям это вообще тема, потому что прям вот от души там можно вот ковыряться. Там, конечно, всяких тварей много в этих джунглях. Ну, что делать? Сорень. Йо. С вами я играть не буду. Эй! Спасибо. Протолкнули. Так. Не хватает каких-нибудь этих еще баз. Ибо вот можно было бы, конечно, передвигаться побыстрее. Оп, спасибо. Так, у нас тут обрывчик, по-моему, да? Как обычно. Mm-hmm. Черонимо! Так, сейчас направо. И так. А мы пойдем налево. Мало ли. Может, и тут подняться можно.
А может, наткнемся на еще одну базу, и таким образом не надо будет пилить столько времени. Вообще, мне даже интересно, откуда здесь роботы появились. Что мы здесь не поднимемся? А-а. Ну ладно. Все равно, как я понимаю, мы сегодня не успеем вторую запчасть собрать. До нее еще и идти, мягко говоря. Поэтому сейчас здесь вот пройдемся, посмотрим. Какие-то деревья странные. Точнее, видимо, это кактусы. Своеобразные такие. Как своеобразные? Наверное, такие у нас и растут. Ну-ка. Надо быть таким точным, попадать в антенну, а? Всякие тут у нас бураны и тому подобное. Видите ли, мне нравится, что я тут пользуюсь их ионизаторами. Зря. Им же лучше делаю. Да, вон она, база. Отлично. Нам осталось понять, как туда забраться. Так. Значит, если мы туда заберемся, то все будет хорошо. Можно будет передвинуться на ту нашу базу без каких-либо проблем. Ага. Прекрасно. Можно было бы, например, на этих скакать, да, которые как бы нейтральные. Вообще было бы шикарно. А так... Сориньо. Не поскачешь особо. Эй, ёп. О, отлично. Ну что, здесь мы сохраняемся, ребята. В следующий раз продолжим. Доберемся наконец-то до нового места. Да, заберем вот это дело. Вот, потом передвинемся сюда. Найдем маяк, найдем, наверное, вот здесь остров. Заберем запчасти и посмотрим, что делать дальше. На этом все, ребята. До следующего раза. Пока.